Всем здравствуйте! В пятницу 5 июня трагически погибшему старшему сыну российского актера театра и кино Дмитрия Певцова могло бы исполниться 30 лет. В своем аккаунте в социальной сети Instagram артист трогательно обратился к покойному наследнику, а также опубликовал редкую фотографию Даниила. «Данечка, с днем рождения!» – подписал кадр Певцов. Напомним, что мальчик появился на свет в союзе актера с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Пара на протяжении многих лет жила в гражданском браке. Первенец Певцова родился 5 июня 1990 года, однако, к сожалению, это не спасло Дмитрия и Ларису от расставания. Даниил тяжело переживал ссору родителей и долгое время вообще не общался с папой. По данным СМИ, в конце концов им все-таки удалось найти общий язык, чему поспособствовала Ольга Дроздова. В августе 2012 года Даниил попал в страшную автомобильную аварию. Через несколько дней он скончался, не выходя из комы. Парню было всего 22 года. Певцов долго не мог прийти в себя после случившегося. «Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню», – рассказывал он в одном из интервью. Поклонников сильно растрогало обращение актера к покойному наследнику. Многие признались, что не могли сдержать слез. «Царствие небесное Даниилу! Как же вы похожи! Просто чудо какое-то, Дмитрий, соболезнуем, светлая память сыну! Он теперь ангел», считают комментаторы. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.